А вы знали, что в декабре пройдет очередной чемпионат России по прыжкам? Это единственный в своем роде прыжковый турнир, который проводит Федерация фигурного катания на коньках совместно с Первым каналом. Все мероприятия будут транслироваться в прямом эфире. В рамках турнира будут состязаться команды, а также пройдет соревнование, где будет определен абсолютный чемпион по прыжкам среди женщин и среди мужчин. Россия, горжусь.